должен защитить природу. Свет дарует мне победу. Мне не нужно ничего. Окей. Ну что, хочу я через монетку тебя достать? Крики мертвых придают мне силу. Да, наверное, лучше тебя достань через монет. Чтобы сразу убрать 1-2. Если даже сделает. Ничего не сделает. Окей, я могу разменять, похилить. Небольшая для меня проблема. Не, ну второй ход стоит 2-3. Я плюс убил у него карту. Все как надо. Я достану тебя. На следующий ход двойка плюс плечу. Что же меня устраивает? Кроссер. Кроссер это так себе. Ну хотя я, наверное, паучка просто достану. Ну, ударит мне так. Да, я не хочу его разбивать. Я достану паучка. Mind Control Tag. Не, ладно, пофигу. Mind Control Tag плохо, страшно, но ладно. Файн? Yes. Чтобы не мог убить с помощью своего 4-4. Может быть, я лайт-бомбой на следующий ход жахну. Хорошо. Может. Что же мне делать? Однажды я стану рыцарем! Давай еще что-нибудь, что умрет от лайт-бомбы, и будет очень простая лайт-бомба. И сначала здесь же сработает. Сначала здесь сработает. Дезраттл, поэтому я... Да, могу сделать так. Могу сделать сначала. Клинок. Окей. Твоя магия тебя не спасет. За орден! За орден. Что мне за орден? Ну, могу даг разменять, закилить тебя. Здорово для меня это. Ну так. Ну так. Хилить тебя. Ну, раз-два могу. Да ну это фигня. Жалко, конечно, его терять, но что делать? Интересно. Да, давай. Или может Латхиба. Не знаю. Давай Латхиба. 4. Не, давай тебя. Не, давай тебя, потому что лайт-бомба может быть на следующий ход. Не знает, как при каком-то условии будет лайт-бомба, но... Ладно.
Если дерево достанет. Такое. Давай. И, пожалуй, А кого, пожалуй, мне нужно достать? Наверное, Гамбит Крипера. Потому что просто более цепкий. Давай. Ну что, начнем? Я бы кого бы не доставал, все равно я не могу убить его. Щит. Ну, даже не знаю, давай Латеба, чтобы закрыть ему заклинание. Давай тебя. Давай тебя. Ну, конечно, свайпом все равно можно сделать, свайп будет очень-очень страшный. Соответственно, я, наверное, все же даже так ударю. Что, конечно, мне не нравится, но ладно, потому что свайп его убьет на халяву. Я не хочу, чтобы он убивал на халяву. Вот. Ну ладно, это ничего страшного для меня. Не катастрофа. Благодарю тебя. А что я, интересно, на следующий раз сыграю? Что же я сыграю? Ну так, мультирование, наверное, не очень хорошо сыграло. Свайп. Свайп крутой. Да, свайп крутой, тут даже не поспоришь. Но, правда, с полдэмэджем он не сильно помогает. Ну, ладно, он может с полдэмэджем вот так убрать. Но это все такое. Нормально разобрал. Респектосики, респектосики. Значит, ну я могу забрать его, но я не думаю, что это прям уж мне необходимо. Забирать его. Раз щит на него. А хотя зачем мне на него щит, не ясно. Щит на него я кину. Из мульчирования. Варен. That's fine. И все, у меня убьешь все. Я могу майн контрол сделать. Да, у меня в любом случае есть погребение, поэтому не страшно. Может быть, может быть. Да нет, давай майн контрол спокойненько. 5 карт. 1 карта. Видимо, время сдаваться. Нет, пока еще не хочет. Ну, хочет как хочет. Я, наверное, щит буду на, на этого класть. И не сейчас, а на следующий ход. Если надо, подлечу. Я щит Аргуса.
Ну такое. Никак за не убива, никак не убива. Ну ладно. Мы разобрал. Сражаться с честью. Хороший старт. Мне победу. Ну, вот эти не хочу карты. Их лучше позже. Не очень. Да ну, меня завезла колода, которая вообще топовая. Конечно, что я и буду выигрывать. Только не факт, что еще 12 я сделаю, потому что... Ну, это дурацкий приз. Давай 3-2. Do it. Come on. Come on, do it. Цель отмечена, Кристо. Что делать? Ладно, я, наверное, ударю его, полечу. Да, пожалуй, сделаю так. Фингмейстер совершенно бесполезен, потому что он мне 2-1 разменяет на 3-2. Это большая глупость, поэтому... Ну, это нормально. Ну, что плохо? Master for Battle? Как-то. Ну да. Ну, Master for Battle всегда плохо. На третий ход. Это еще плохо. Может, я Pain сделаю сейчас. Я, наверное, сделаю Pain сейчас. Хоть мне, конечно, это не нравится, но... убрать его будет здорово. Ну да, да, да. Ну, жалко Пейн, да, конечно, но хорошая очень комбинация с Уменьшастером. Что поделать? Это, кстати, плохо. Очень-очень плохо. Я могу тебя достать. И на следующий ход я не знаю, что я буду делать. Могу вот этих двух достать. Загадить тоже не очень здорово. Ну, ладно. Да, наверное, нужно вот этих двух доставать. Могу себя просто полечить. Учитывая, что у меня довольно много АОЕ в колоде. Да, давай я сделаю так. И себя полечу. Я не хочу Шрингмейстера отдавать. На диван сел, да ну нафиг. У меня две холи новые, две лайт-бомбы. Вот. На следующий ход, скорее всего, я достану Рейну Рубак по плечу. Свободна от проклятия. Вот такое. Что приказать? Ну да, он меня 17 убьет, но ничего страшного. Ничего страшного. А, можно щит сюда кинуть? Хочу, нет. Эй, а ну отдай! Да, Рубак полечить. Ну, плохо, я не знаю, какой-нибудь инспайр, особенно за пятерку. Ну, ладно, я за пятеркой погребение сделаю. Да? Интересно. Все равно у него будет преимущество в 2-2 плюс 1-1. Мы стали. Это, конечно, плохо. Хм.
Какая встреча. О. Да, мне нужна моя уя. Ну хорошо, я могу убрать тебя и... Жду приказания. Ты сначала, конечно, кину щит. Правда? Да, я кину щит сначала. Может быть, я не буду лечить, может быть, я достану тебя. Чтобы просто было больше существ на столе. А, я же могу вообще, да, все заспамить, и сиджент это очень дешево достать. Правильно? Я, значит, это будет сейчас два сиджент, я достаю еще аккаунт от крипера, будет один сиджент. А, либо я могу сделать вот так вот. Что может быть даже поинтереснее. Интересно. Да, пожалуй, это будет интересней. Или заспамить. Блин, ну хочется против ребят-то. Аккаунт от крипера достать. Но с другой стороны, этого мне легко убивать. Ну хотя не так, что легко. А чего легко убивает? Я сам убиваю. Не, мне кажется, все равно это будет лучше. Потому что Mind Control Tech тогда не работает. Проклятые готовы сражаться. Ну, ужасно что? Ужасно и quality. Ну что делать? Да, Зензавер. Как и любой другой. Вы, если сомневаетесь, вы всегда можете в квест-лог вот этот зайти, да, где у вас пишутся все победы ваши. Соответственно, там это все показывается, отображается. Какой вам дадут сундучок. Ну да, 4-4 мне можешь еще убрать. Что приказание? Ну, в принципе, не сильно агрессивничает этот ход. Мне нормально. Да, 4-4, я думаю, ты меня уберешь. Будет правильно с его стороны. Да, я, наверное, паучка достану. Ну что, Шинкмейстер? Зачем мне Шинкмейстер? Ну, я не знаю. Не, я, наверное, паучка достану. Опять же, более цепко. Нет, Шинкмейстером. Раз уберет, уберет и все. Надо подумать. Так, ну это довольно легкая пятерка. Тут вариантов других особо нету. Все, я в любом случае за стол дерусь. Не, давай Шинкмейстера достанем. Ну, в первую очередь я все же хочу забрать у него стол. Без ауешек это как-то... Не очень агрессивничать охота. Может быть, он как-то это забафает. Сможет мне убрать его, да, из силов чемпиона, например. Я, кстати, даже не против погребения сделать, скорее всего. Интересно. 4 карты на 4 карты, окей. Стоп по картам. Я передравался. На 3 даже, можно сказать. Что-то очень большое. Я не расстроюсь. Верю в свет. За нас жада. Нет, не страшно. 3-2-2, да? То есть лечение еще. 3-5. Да, наверное, 3-5. Моя судьба предрешена. Значит, ну мы же, конечно, начнем с дрова. Working integration. А нужен мне work integration? Не, мне не нужен integration сейчас. Я свободна от проклятия. Нет, мне его. Ты, пожалуйста. Неудачно получилось. Я что-то думал, что я его убиваю. Блин, ну ладно. О, меня вообще-то консекрешн сейчас так накажет. Какая глупость сделал я. Ну ладно. Ладно, ладно. Не катастрофа.
Окей. Дегрейшн, да. Хотя я не думаю, что он будет. Окей. Я могу все зачистить. А, ну да, надо вспомнить только то, что это не хилит. Наносит урон. Ну хорошо, я так ударю, это ударю, достану кого-нибудь. Ну тебя, конечно, не очень хочется бафать, но ладно. А я, наверное, тебя забафаю. Получай, клинок. Да, мне вот устраивает. Забафьте мне его. Я чувствую запах крови. Ну, пожалуй, я легкую ошибку допустил. То есть я мог полечить себя за единицу, и потом достать его и халявный летень на следующий ход получить. Ну, такое. Не катастрофа. В любом случае, у меня все хорошо сейчас. У меня три гарты, у меня две гарты и стол за мной. Но это не очень. И это лечение, пофигу. Орген. Окей. Орген я не буду открывать, так ударю. Так, так достану. Тебя полечу. Хреново. Не... Даже погребение не хочется на 5-5 делать. Я обучу тебя танцу смерти. Давай. Два один разменяет меня на 2-2, да мне вообще не плевать. Абсолютно 100%. Окей. Окей. Раз. Два. Кулинова. Да, я думаю, я сделаю так. А, другой вариант. Да нет, это ерунда. Не, вообще я могу тебя достать и паучка не разменивать. Как поживаешь? Аргумент. Становится жарко. Ну и ладно. Теперь мне ничего не страшно. Да звинга, ладно. Наплевать. Жду приказаний. Окей. Обед за тобой. Не стоило напрашиваться. Свет дарует мне победу. Да, пожелать всего откажусь. Боль... Ну, ладно. Ну да, мне Хаунтед Крипер главный.
Даже для пристаха он тут крипер крутой. Как ни крути. Хочу я тебя достать или тебя? Кстати, интересный выбор. 50% то, что я его убью сразу, либо... Не, я достану тебя. Давай. Не, мне нужно 10. 10, чтобы хотя бы вместе с Хантером 7 побед в среднем было. Это важно. Поэтому любой, что ниже 10, будет расцениваться как неудача. Мне это надо. Фордер, окей. И мимо. Давай. Уже непонятно, что буду делать на следующий ход. Ну, видимо, полечу себя плюс Мурлока достану. Ну, это, конечно, такой себе ход. Нормальные мне запросы. Взять живым или мертвым. О. That's nice. That's nice. Да, я, наверное, даже я сюда забафаю, потому что это умрет от выстрела. Ну, какой молодец, да? Какой молодец. Худшая. Могу полечить, могу... Не знаю, что делать. Да, конечно, я полечу. Ударю, полечу. Я свободна от проклятия. Две запчасти в руке. Возьми карт. Стол у меня очень-очень солидный. Могу на следующий ход призрачного рыцаря полечить. Сейчас мы еще, может, увидим. Что-то сверхкрутое. Что же делать? Что хочешь, то и получишь. Ну, вообще так себе. Ну, ладно, черт с тобой. Получай клинок. Здесь карт. Интересно. Да это же хендмаг. Секрет. Что? Что-то мне нехорошо. Хорошо. Так, ну давай. Начнем мы с этого. Мистер. Получай. Продолжим вот этим. Угу. А он тут крипер. Ну, не очень, конечно, здорово, ну ладно. Давай дадим там тут крипера. Ничего не случилось. Ну, значит, я не хочу доставать злобного насмешника под флэмстрайк, поэтому... Ну, пас. Не, так сойдет. Видимо, контрспел какой-то. Окей.
Я могу так разменять, мне, в принципе, небольшая проблема в этом. Кстати, могу, не могу. Так, так. Вот сюда я кину, латебы сделаю. Давай. Налечу его, потому что не хочу, чтобы он мне выстрелил и флеймстрайком потом защитил. Вот. Ладно. Мои глаза всегда открыты. Ну так себе. Ну там флеймстрайк, конечно же, есть. Как же без флеймстрайка он может быть? Как не может быть без флеймстрайка? 2, 3. Ну хорошо, пускай делает свой дурацкий флеймстрайк. А что мы можем против этого сделать? Ничего не можем сделать против этого. Получай, клинок. Доставай. Угу. Окей. Что, есть у него второй флеймстрайк, интересно? Стрелял кудесник. Текстил. Ну, я так силам проверю у него counterspell. Да, хорошо. Ну, наверное, я... Не, я тебя достану. Ну да, плохо будет, если у него второй флеймстрайк, но что делать? Ну ладно, я могу его забафать. Раз, два. Не могу. Че, майн контрол может быть сделать сюда? Не. Только что пятерку отдал. Вряд ли у него есть флеймстрайк, да? Он бы его сделал, наверное. Давай сделаем так. Ну, вот это майн контрол. Изи вообще. Два великана будут. Да, два великана будут. Окей. Моя судьба предрешена. Эта партия за тобой. Изи. Можно было на самом деле сделать еще и лайт-бомбу нормально, но нет. То есть я мог забафать 8-8 и кинуть, значит, лайт-бомбу. Потом полечить его еще. Вроде у меня две лайт-бомбы, это не очень хорошо. Свет дарует мне победу. Первое, второе, третье. Да, наверное, достану его, не буду отковать. Ну да, я хочу его убить. Так вот. Это очень будет здорово.
Ну, плохо, если он Master for Battle. Всегда плохо. Как часто я говорю плохо, если Master for Battle? Тебе нужно благословение? Не баф или... Плохо, что лягушечку забафал. Ну ладно, хрен с тобой. Я могу так-так забрать. Хорошо это? Не очень хорошо. Эй, а ну отдай! Давай. Может, я так ударю. Это мне ударит так в ответку, а это убьет Трусевером. Ладно, хорошо, если я не буду атаковать. Не убивать Трусевером, та же самая ситуация практически, да? Blessing of Kings будет плохо. Ладно, хорошо, я, наверное, ударю так. Конечно, мне это не нравится, но а что делать? Да, конечно же, у него есть Трусевер. Ну, ладно, у него 3-3, да, против. Правда, не знаю, что я буду делать сейчас. Ага. Окей. Давай, я свободна от проклятий. Я свободна от проклятия. Где же мои уэсочки? Никто! Серьезно? Наши секреты. Ладно. Я достану его, потому что наказание больше. Если он его. Холинова. Не, Холинова будет чуть позже. Сейчас я пытаюсь за стол отбиться. Че, еще одна, да, будет? Никто не похитит наши секреты. Ну как же без нее? Ну как же без нее? Не. Да. Всегда будут их миллиард. Их будет. Да ты что, шутишь, что ли? Упала просто двойка на третьих, вот единица двойка. Да, здесь ты чё, фиг чё сделаешь. Жду приказаний. Ну хули ново так полечиться, чтобы только. Как поживаешь? Слегка. Ну давай. Создатели. Я думал, просто тебя полечит. Давай. Никто не похитит наши секреты. Ясно, понятно. Что он мне из плохих карт показал? Ну, лягушечка такая средненькая карта. И не очень хорошая карта девочка. Которая на плюс один бафы. А все остальное просто дичь. Защитить природу. Свет дарует мне победу. Наверное, я откажусь от Пейна. Да, я откажусь от Пейна. Приветствуем Шаркера. Сначала тебя, потом тебя. Потому что я не хочу, чтобы он меня кусал на второй ход. Чтобы кусал дальше на третий. Ну, вообще, это не очень хорошо. Ладно.
Да, и пошел качаться. Мне нужна тройка срочно. Хорошо. На третий ход хоть укусит. Может, хоть в этом радость будет. Да, достану тебя потом. Просто укусить он не может. Кипер взыграл ужасно. Ну а что делать? Ничего не сделать. О, Пейн есть. Кстати, Пейн солидно. Но нет, я все равно сделаю тебя. Я хоть новое сделаю. Я вряд ли сделал у друида, значит, слишком много value от хули нового получу. Поэтому сделать сейчас, мне кажется, это вполне оправдано. Да, давай. Привет, Пандевал. Благодарю. Так, это можно пейном забрать. Я единственное, что я буду делать еще. Да может, я не буду сейчас пейном забирать. Может быть, я достану тебя, полечу, например. На следующий ход сделаю лечение, плюс тройку, плюс... Да, пожалуй. Плюс две двойки. Сойдет. Можно было бы его достать, но нет. Все фигня. Ничего страшного. То есть свайп на одну карту. Да, пожалуйста. Все равно Пейн убирает четверки, это всегда здорово. Проклятые готовы сражаться. Это надо. Ну, как видишь, да. Еще один свайп. Еще один свайп. Ну, такое. Четыре, пять. У меня. Ну, какая разница? Ты экзекутом можешь убить 1-3 секрет. Главное, что уже затаргетилось. Как поживаешь? Я не против, если он укусит и раптор нас меняет. Вообще не против. Так. Я могу сделать лайт-бомба. Могу сделать просто тебя и, в принципе, пофигу. Значит, тебя это будет 5 стоить? Да, я лучше тебя сделаю. Я, в смысле, и тебя сделаю. Она. Я свободна от проклятия. Немного мертвая лайт-бомба у меня теперь, но такое. У него не такая уж и не такой стол хороший был под лайтбомба. Вот. Ну не, я мог зачистить, если бы вот этот попал в кого-то. Да, этим разменять, похилить себя. Ну, я не могу сказать, что это очень здорово. Слабенько. Это пофига. Это. Ну, тоже, наверное, пофига. Хорошо. Фейс-фейс. Агрессивно в лицо. Окей. Раз.
Что, конечно, печально. Два лайт-бомба. Три. Давай, да, лайт-бомба. Вот его лайт-бомбы терять-то, конечно, не вообще не хочется. Вообще-вообще не хочется. Ну, черт с ним, наверное. Наверное, черт с ним. А как я могу так ударить? Пипец. Да, фиговенько, фиговенько. Но с другой стороны, у него больше ничего не будет. Да не буду я терять его. Ни в коем случае. Что-то выпустим. Получай клинок. Получай клинок. Становится жарко. Да и черт с тобой. Хорошо, давай так. Давай так. Не знаю. Ну, да, глупо. Надо было куда-нибудь сюда кидать. Это дело. Жалко, что попал в 1-2. Все равно он бы взял две карты. Может мне так убрать. Кстати, я не могу сказать, что это для меня очень плохо. Если он меня уберет и еще укусит. А, ну я, значит, так и буду. Тоже не проблема. Лайт-бомба. Да не, чем мне лайт-бомба? Убираю, так, все. Так, с тем. А зачем мне эта штука? Я могу его вылечить, чтобы он, значит... Да. Чтобы он не умирал. 9-1 мне очень-очень приятен. Еще одна ночь для охоты. Да, потому что укусить 9-1 это тоже больно. Это тоже больно. Против тебя. Я непобедим. Ух, ни хрена себе. Я бы лучше это своровал. Конечно. Я должен защитить эту землю. Ёкаломане. Ой-ой-ой, похоже, я себя проиграю. С двумя-то лайт-бомбами. Да, мне нужно было быстрее от них избавляться. Теперь я не знаю, что я буду делать. И вот это еще победа, конечно, это просто жесть. Ну ладно, лайт-бомбы я, наверное... Запахло жареный! Сейчас. Ну давай. Да, похоже, я проиграл. Ошибиться было нетрудно. Люблю налёты. Ну, не страшно. Давай еще что-нибудь. Существо какое-нибудь. Давай, существо. Я совсем не против буду. Еще одна ночь для охоты. Ладно. Я очень боюсь, если мне прямо сейчас у него придется этот Сарат. Нет, не Сарат какого. Рафам. Угу. Будет страшно. Как мне нанести удар? Окей. Блин, мне совсем не хочется разменивать цветовую бомбу прямо сейчас. Еще одну, потому что.
Блин, ну, видимо, придется. Ну, давай. Щит еще один. На контрол. Хорошо, да, я делаю это. Ну, я ударю тебя. Я же не выдержу, правильно? Ну, вернее, он может меня все равно укусить. Хорошо, давай я не буду ничего делать. Я Рафан, величайший из археологов. Хорошо. То есть, в принципе, ожидаемо. Я не против, если он меня ударит, ударит и сделает ребят к своим. Вайн. Шесть. Интересно. Значит, я очень хочу его сохранить. Это возможно? 4, 2 получу, полечу на 2, и у меня останется 7-1, да и это не стоит оно того. Да, оно того не стоит. Ну, вообще все печально. Да, я проиграл. А, погребение у меня, да, еще есть. Может быть, погребение меня спасет. Ну-ка. Ну хорошо, давай, я все на свете достаю. Посмотрим, сработает ли. Давай. А какой смысл, если он мне его убивает укусом? Вообще никакого смысла. Уменьшайся руке, то есть уменьшайся сейчас на столе. Не оставался бы 7-1. Какой смысл в 7-1? Когда у него 20. Когда у него 30 здоровья. Абсолютно никакого. Вот это спасибо. Это вот хорошо. Спасибо. Давай уберем тебя. Мана на укус, когда у меня две карты, это вообще совершенно не важно. И 7 урона в лицо совершенно не важно, когда у него 30 здоровья. А какой смысл в 3-2 в том, что я сейчас с помощью этого 3-2 убил дерево? Ну, совсем же ерунду вы несете. Ну, как такое можно говорить? Просто конкретнейшая ерунда. Погребение. Да, наверное, я сделаю погребение на вот него. 3 карты, 4 карты. Конец близко. Продал. Ну, посмотрим, что у него есть.
Ну, как сказать, топ-дек. Не очень-то топ-дек, потому что мне желательно было бы оно немножечко раньше. Ну да, к сожалению, мне нужно. Ну, кстати, не знаю, может и не нужно мне разменять. Да не надо разменять. Конец близок. Я обучу тебя танцу смерти. Нет, не проигрыш по картам. И главное, чтобы у нее не было больших карт. Если у нее мелочи, то нормально все. Все, просто пас, это здорово для меня, конечно. Это плохая карта для меня. Покажи, что ты умеешь. У меня скоро кончатся карты. Значит, я не помню, какая у меня другая карта. Понятно, что у меня друидская, да, 26. Айхам, тут крипер, пипец. Вот это карта. Ну ладно, хоть хули, но вроде есть. И что ты мне сейчас комбо покажешь? Под конец. Никакого мисплея. Оставлять 7-1 Рапама — это была самая большая глупость, которую можно было сделать в этой игре, и поменять еще и разменять этого. 3-2 просто так отдать. Я считаю, что 7-1, который на столе, который умирает от друида, у которого 30 здоровья, и намного... вообще бесполезная штука. Вот. Покажи, что ты умеешь. Получи меня. Окей. Ну, началось. Покажи, что ты умеешь. Может быть, 6 урона у него, 5 урона в лицо, может быть. На следующий ход я получаю 4. Ну ладно, да, это здесь уже, видимо, надо делать так. Неплохо сыграно. Ну да, меня бывает. Я 4 получаю. Неплохо сыграно. Девять побед. Так. Фонтан. Ты не можешь отхилить 7-1 до этого. До 7-3 ты не отхилишь. У тебя максимум остается 7-1. В общем,
Лайт-бомба наносит... тебе нужно удариться по друиду, тебе нужно сделать лайт-бомбу. Удар по друиду и лайт-бомба, даже учитывая, значит, этого, как его, Шрингмейстера. Это в общей сложности наносит тебе 11 урона. О, не 11, 9 урона. У тебя всего 8 здоровья. То есть плюс по лечению ты делаешь себе 10 здоровья. Ты в любом случае остается 7-1 после лечения у тебя остается 7-1. 7-1 это вообще ничто. Потому что 7-1 умирает от укуса друида, у которого 100% здоровье. Это совершенно ну ничего не дает. Это просто так выкинуть Шрингмейстера. Надеюсь, достойно, да понятно объяснил я все. У тебя не будет 7-3, у тебя будет 7-1 на столе после лечения.